Самые безопасные авиакомпании в мире для путешествий во время пандемии коронавируса назвали Qatar Airways. К такому выводу пришли эксперты британской маркетинговой компании Skytrax. Самолеты национального авиаперевозчика Катара проходят тщательную предполетную уборку в Дохе и других сетевых аэропортах. Отметим, что ведущий оценщик качества услуг авиакомпаний и аэропортов британское агентство Skytrax в прошлом году высоко оценил уровень обслуживания национального авиаперевозчика Азербайджана, присудив ему престижный статус 4-звездочной авиакомпании. Этого авторитетного рейтинга азербайджанские авиалинии впервые достигли в 2015 году. Кроме того, в октябре 2020 года Президиум Совета Международной организации гражданской авиации отметил АЗАЛ наградой за высокие достижения в области контроля за авиационной безопасностью.